По многочисленным просьбам секрет мастера показывает, как надо собирать составную валентинку из слов «Пусть миром правит любовь». Сперва нужно скачать две заготовки этого файла, распечатать их на цветном принтере. На каждой заготовке имеются риски, по которым нужно провести линии тупым предметом. Следующим этапом производим вырезание заготовок. Берем ножницы и вырезаем их по контуру. Итак, мы вырезали заготовки. Теперь сгибаем по намеченным линиям. Линии сгиба надо сделать аккуратно. Приступим к самому ответственному этапу сборки валентинки. Здесь надо работать очень внимательно и не ошибиться, потому что ошибки, их исправить будет невозможно. Берем слово «пусть» и слово «мир». Выкладываем таким образом. Слово «пусть». Одна створка поворачивается вот так вот. Запоминаем в эту сторону относительно оси. Вот эта створка в эту сторону. Здесь необходимо намазать клеем 4 области. 1, 2, 3 и 4. Вот эти уголки. Покрываем их клеем. Можно делать это последовательно. И приклеиваем половинки миром. Внимательно относитесь к зазорам. Створки должны иметь зазор. Ни в коем случае не пересекаться друг с другом, иначе придется потом подрезать, или она будет работать у нас валентинка неправильно. Верхнюю часть мы подклеили. Приступаем к нижней. Проверяем, что всегда был зазор. Берем слово «миром» и складываем вот таким образом. Вот в эту сторону. Вот так вот. Следующее слово, которое будем приклеивать, «правит». Точки приклеивания обширны. Это вот это все поле. Это поле. И уголки. 1, 2, 3, 4. Приступим. Слово «правит» приклеено. Раскрываем слово «правит». Здесь надо будет покрыть клеем всю поверхность заготовки, чтобы приклеить слово «любовь».
В итоге получилась вот такая штука. Пусть миром правит любовь. Это бесконечная валентинка, которую можно вращать, вращать и вращать. Даря такую валентинку, вы будете в большом выигрыше относительно других людей.